Всем привет! Сегодня будет очень странное для вас видео, не касающееся ни огородом, ни садоводством, ни уборки, ни готовки. А хочу поделиться историей, которая со мной произошла буквально полчаса назад. Я, конечно, уже подостыла и успокоилась. В общем, выдалась у меня очень сложная эта неделя. Сегодня четверг. Иду с мыслями, что приду сейчас... Лягу, есть, готовить не надо, стирать, убирать и прочие вещи оставлю на потом. В общем, лягу, выключу телефон и пошлю всех далеко и надолго. Иду такая, предвкушая хороший отдых. Иду, главное, никого не трогаю, абсолютно тихо, спокойно, почти даже счастливая. Но не тут-то было. Прихожу, иду, а на меня сверху такой, ушат, чего непонятно. Но оказывается, это пернатые снайперы открыли охоту. И главное, так прицелились хорошо. Это вот один на миллион такой. Они попали мне по очкам, причем по очкам попали так, что и в глаз, и на очки, и вот так вот по лицу потекло, и вот так. И главное, это ж одна, а увозюкалась я вся. Понимаете, одна пернатая снайперша или снайпер, не знаю. Пол не спрашивала, не до того было. Я стою. Но это ж надо вот так случиться. Я сегодня первый раз пошла без маски. Нам понедельник, 28 марта отменили масочный режим. И я сегодня только первый раз пошла без маски. Думаю, ну тут была бы маска, я хоть бы маской протерла все это. Но потому что я еще смотрю одним глазом, вся такая растерянная, потому что второй я открыть не могу, иначе мне это глаз выезд. Добро, прям добро свалилось же на голову, точнее на мосю. Иду и думаю, а что мне это делать-то? Стою точнее. Ну что, достала шарф, вытерлась шарфом, теперь сижу. Кое-как долезла до дома, потому что вытерться-то вытерлась, а чувство такое, что замазалась еще больше. Пришла домой, умылась, навела кофе, сижу и думаю, ну вот тебе и отдохнула. Бошку мыть, шарф стирать, куртку стирать, даже джинсы умудрились запачкать, потому что меня потлеклось, и я вот так наклонилась, а она сюда джинсы попадала. И это стирать. Думаю, отдохнула. Неделя только четверг. Рабочая закончится у меня в субботу. Это кошмар. Но по ходу дела. Русская пословица. Что говорит? К деньгам. Ну как насчет денег, я не знаю. А возможно, вы сейчас общаетесь с миллионным блогером. Вот и жду. Сижу, смотрю на статистику в YouTube. Зашла, успела. Думаю, да. Походу и даже и не к этому. Потому что рекомендации упали в 5 раз. Не на 5, а в 5. Думаю, даже тут лажа какая-то. И обгадить обгадили. Где что, непонятно. Вот решила кофе навести, попить с вами, высказаться. А делать-то нечего. Грачи прилетели. Так что будьте аккуратны, ходите. Стороной от грачей. Ну, если у вас, конечно, не живет какой-нибудь богатый дядя где-нибудь.